53 несчастных случая произошли с начала года на железной дороге в городском округе Люберцы и соседних городах. О статистике происшествий и профилактике безопасности на железнодорожном транспорте нашей съемочной группе рассказал московско-рязанский транспортный прокурор Сергей Мальчук. Именно на этом переходе на станцию Ухтомская в прошлом году произошло 2 несчастных случая. Один из них оказался смертельным. Ценой жизни этого человека стали сэкономленные 3 минуты. До ближайшего разрешенного перехода буквально 200 метров. В этом году таких случаев здесь пока не зафиксировано, но по-прежнему на запрещенном переходе достаточно интенсивное движение как пешеходов, так и поездов. Буквально каждую минуту на опасном участке появляются люди, в основном подростки. Вы понимаете, что вы сейчас нарушили административное законодательство? Да, мы просто к тете шли. Я понимаю, вы знаете, что здесь нельзя переходить? Ну, по-быстрому просто. Вы знаете, что это опасно? Да. А почему проходите? Ну, просто нам нужно было срочно к тете ехать. Именно по этой причине срочно нужно перейти. За первые 6 месяцев текущего года на железной дороге травмировано 53 человека, из них 42 смертельно. Среди пострадавших 5 подростков, а среди погибших 1. И такие несанкционированные переходы, как на станции Ухтомская, провоцируют на нарушение правил безопасности. И как бы ни боролись сотрудники РЖД с такими самодельными переходами, люди продолжают наносить вред самим себе. Будет приняты меры для того, чтобы пресечь, в том числе и путем административных мер прохождения на этом переходе. Мы сейчас аккумулируем, анализируем. И в 2017 году у нас тоже запланировано по всем вот таким местам внести представление, очередное представление. За переход в неположенных местах на железной дороге предусматривается штраф. В этом году стражам порядка удалось задержать более 670 человек и привлечь их к административной ответственности. В числе наказанных есть и несовершеннолетние. В настоящее время административный штраф составляет всего лишь 100 рублей. Поэтому большое воздействие оно не оказывает на данных граждан для прекращения, предотвращения перехода граждан в неустановленных местах. Запрещенные переходы, невнимательность, наушники – это далеко не единственные причины трагедии на железной дороге. В погоне за острыми ощущениями или эффектными селфи подростки катаются на сцепке или крыше вагона. В начале года в Раменском из-за этого пострадали 2 человека. Луиза Егиазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.